По данным эпидемиологического отдела Минздрава Тувы, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 1045 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 32,8 на 10 тысяч населения. Более 80 заболевших составили дети до 17 лет. Отмечено постепенное повышение уровня заболеваемости по мере снижения температуры. Эффективным методом защиты от инфекции гриппа и его осложнений является иммунизация. В Туве работа по вакцинированию населения от гриппа и ОРВИ завершается, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения. В числе передовиков по организации прививочной кампании против гриппа Улухемский район. Стопроцентное выполнение плана по иммунизации взрослых составило в Сутхольском, Чедыхольском, Дзунхемческом, Барунхемческом, Тесхемском районах. На прошлой неделе завершена иммунизация всего населения в Мангунтайгинском и Тоджинском районах, где привито 3824 человека.